Так, ну что сегодня, Серег, ты будешь показывать? На обзоре-то, бля. А, ты дурак дураком? Да, вот он был на входе, бля. Фары. Искатели такие стоят на нем. И резина. Фары рассеиватели. И резина такая на нем. Сейчас скажу. Какой тут размер? 185-70 R14, да? А родная на нем. Короче, он еще что-то перебирал. Шестерни поставил какие-то. 1.7. Какие там шестерни стоят? 1.78. Ага. А, эту. Рулевая рейка показываю. Вон она сзади стоит. А что здесь? Простой запорожский движок. Только дизельный, да? Ты ж дизель? Угу. Теперь на солярке перешел. На солярке ездишь. На ваше здоровье. Зато экономичнее. И тянет лучше. Ну, конечно, шестерни-то какие поставил? 1.78. Ну, так, конечно, он и тянуть и будет. Здесь все то же самое, как и должно. О, видишь, не открыл бы. И шланг. А, комплектация идет. Ёб твою мать. Рыбу глушу. Что ты закрыл-то? Нет. Я... С той стороны-то не видно. Стоял у тебя какой сперва? Таври. Ставри. Состоял запорожский, потом Таври. Угу. А это уже как этот? Этот шноркель. Шноркель, шноркель. Выводим, видишь? Да. Заборник, шноркель. Не от этого. Не от пылесоса? Нет. Это Игорь нашел в вагончике. Не в вагончике, а в этом. Таврия и... Запорожецкий, потом Таврия. И сейчас 1.6 этот... Volkswagen. 50 лошадиных сил. Дизельный. Дизельный. Ну, видно, что, блядь, не карбюраторный. Ну, ну кто-то поверит, не поверит. Да ну, нахуй. Вот и все. Да хуя. И те же его поставили на учет, да? Какого он года? 79-го. Угу. Поставили-то, блядь, с этим, с двигателем-то, с запорожевским. Ну да, да.